Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, откуда вы? Я прибыл сюда из Средиземья. А в каком вы образе из Средиземья? Я король эльфов. А где ваш сын? Он остался дома, он себя плохо вел. Домашний арест? Да. Все, вы участвуете в косплей-шоу? Да. В какой номинации? Дефиле. Чего вы ожидаете от мероприятия? Много приятных эмоций. Что бы вы посоветовали участникам, которые первый раз выходят на сцену? Не смущаться. Вы уже занимались, выходили на сцену косплеем? Да. Как легко говорите? Я его лось. Я его лось. А это мой лось. Ну, его я буду сегодня седлать. Да. И мою заднюю часть. А где-то тут бегает. Ну, я искать нашу заднюю. Давай, оседлаешь меня в первом акте. Отлично. Вы из Харькова, да? Да. Как долго вы занимались своим образом? Ну, наверное, с полгода. Сколько вам он стоил? Даже не могу сказать полную сумму, так как... Хорошо. Где вы работаете? В этом мире? В этом мире? Программистом.